Церковь Архангела Михаила в Чертовицком – одна из старейших православных святынь Черноземья. Еще деревянная она была построена в 1615 году, вскоре после прекращения русской смуты. Нынешнее каменное здание воздвигнуто в середине 18 века. В 20-м столетии церковь пережила беснование безбожников, устояла в огне Великой Отечественной войны. В ее стенах генерал Черняховский проводил даже армейский слет снайперов. Сегодня это памятник культуры федерального значения и действующая церковь. Трудами настоятеля протоиерея Сергия Заруцкого она постепенно восстанавливается. Важный этап в возрождении – освящение митрополитом Воронежским и Борисоглебским Сергием вновь созданных крестов и куполов. Храм – это место, которое встречается вместе благодаря молитве человек и Бог. Благодать Святого Духа изливается обильно на людей, которые собираются на молитву, и люди, приходя сюда, приходя или в радости, или в унынии, или в горе, в печали, они почерпляют силы для несения своего крестного, жизненного креста и уходят отсюда удовлетворенные, неся благословение Божие в свои семьи, на рабочие места, исполняя все надлежащим образом по заповедям Господним, согласно учению Священного Писания. В эти праздничные дни Святой Троицы всем желаю счастья, Божьего благословения. Господь милостивый да будет со всеми нами. Местные жители говорят, что церковь для них всегда была больше, чем привычное с детства здание. С началом восстановления в 1996 году приход постоянно увеличивается. И нынешнее торжественное освящение крестов и куполов, уверены люди, не только поможет закончить реставрацию, но и наполнит новым смыслом духовную жизнь маленького, но по-семейному тесного прихода.